Всем привет! Сегодня я вам покажу заказ из компании Oriflame. Ну и первое, давайте начнем. Это клиентский заказ. Первое, это мыло Masquerade Soap Bar. Вот в такой вот красивой коробочке. Таких мылец в заказе клиента было всего 10 штук и одно мое. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Сейчас я открою. Дело в том, что не все коробочки пришли в достаточно хорошем виде, к сожалению. Есть помятые, и, конечно же, помятую коробочку я оставлю себе. Итак, вот такое вот количество просто мыла. Когда я открыла коробку, конечно, был приятный запах. Я уверена, что именно так пахнет это мыло. Просто бомбический аромат, конечно, приятный, цветочный. И давайте посмотрим. Вот 10 мылец, и одно из них мое. Камера сейчас не очень хорошо фокусирует, но давайте попробуем посмотреть. И вот так вот выглядит само мыло. Как вы можете видеть, оно, конечно, уже идет без упаковки. Пахнет, конечно, настолько приятно, что просто вау! Очень приятный аромат. Очень хороший. Вы знаете, сейчас вот, почувствовав этот аромат, хочется купить водичку, которая также представлена в каталоге Oriflame. И, конечно, это, наверное, будет хороший спрос. Очень приятный аромат. Мне почему-то кажется, что там есть какие-то сладкие нотки и какой-то аромат печеньки приятный. Прям очень приятно, вкусно. Хочется купить парфюм. Далее, что же было в клиентском заказе? Конечно же, это по хорошей цене гели из серии Feminelle. У меня таких заказали 3 штуки. Это у нас с алоэ вера. 2 штучки. И с орхидеей. С орхидеей у меня тоже 2 штуки, одна в клиентском заказе и одна моя. Очень приятный аромат, конечно, с орхидеей розовой водой нравится намного больше, чем с алоэ, ну, по крайней мере, мне. И далее, давайте посмотрим, что же также было еще в клиентском заказе. Это у нас с вами айлайнер, не буду открывать, так как это у нас с вами... Маркеры для глаз вот в черном оттенке из серии The One. Таких штук, таких маркеров у меня заказали 5 штук. Ни один из них вскрывать не буду, не обижайтесь. Я думаю, что вы можете все посмотреть эти лайнеры и тестеры в сводчах, которые ранее все выкладывали. И что же было еще? Водичка туалетная Дима Билан Excite заказали у меня коллеги. И последнее, что было в этом клиентском заказе, это у нас новинка карандаш One Color. Также я не буду вскрывать, что-то плохо фокусирует камера, просто катастрофа. В общем, он вот такой вот двойной, черный и белый, как я поняла. Можно, в принципе, открыть. Давайте посмотрим. Сводчи, правда, делать не будем. С этой стороны белый и с другой стороны черный. Ну, в принципе, карандашики неплохие у Oriflame. Достаточно мягкие и качественные. Следующее, что было в этом заказе, это уже последние, это мои товары. Я себе заказала комплекс морской кальций и витамин D. Более подробно и описание я выложу в своем инстаграме, ссылочка в профиле в моем на канале, можете посмотреть. Здесь всего лишь 30 штучек, то есть рассчитано на 30 дней. Ну и хочу вам всем показать, что в компании все витамины имеют вот такую вот заглушку. Кстати, я еще их не пила, сегодня планирую как раз таки испить. Ну давайте откроем, раз уж такая тема пошла, то можно уже и открыть. Ну особо они ничем не пахнут, как бы имеют абсолютно безвкусный аромат.
нейтральный. Так что, в общем-то, таблеточки большие. Попробую попить, посмотрю на результат. Но серия Wellness вообще, в принципе, в Oriflame достаточно качественная. И на мой организм она, конечно же, имеет положительное влияние. И последнее, что я себе взяла, это была помада Giordani из серии Giordani Gold в оттенке Rose Blossom. Расскажу об этом оттенке. Я его наконец-таки купила самостоятельно. Когда-то, когда я пришла только в компанию, мне компания подарила эту помадку как бонус. И, вы знаете, помада просто ошеломительная. Она имеет очень мягкую кремовую текстуру с эффектом влажных губ. И, конечно же, она вот у меня не так давно закончилась, и я решила ее купить, ждала скидки. В этом каталоге она имеет просто большую скидку, оттенок один в один, но сейчас камера, конечно, не совсем правильно ее передает. Rose Blossom, такой, знаете, оттенок морской раковины. Вот сейчас камера правильно передает оттенок, и вы можете видеть. Это нейтральный цвет, и он подойдет абсолютно любому типажу. Помада очень стойкая, очень такая приятная, и, в общем-то, я рада, что я взяла ее по такой хорошей цене. Посмотрите, серия действительно достойная. По-моему, это серия, знаете, «Золотой соблазн», если я не ошибаюсь, но, в общем, в каталоге она есть. Еще разочек назову вам оттенок Rose Blossom. Очень хорошая помада, и действительно я рада, что я ее успела купить, и она была на складе. И последнее, что я вам покажу, это были новиночки парфюмированных, точнее туалетных вод, которые выйдут в следующем каталоге. Это Loved Up и... Так, это тоже Loved Up. И там еще была какая-то новинка. Wake Up. Так вот, Wake Up – это достаточно такой цитрусовый аромат и очень приятно пахнет. И Loved Up. Loved Up более такой сладкий. Что мне понравилось в этих ароматах, они абсолютно интересно звучат, у них стойкость, правда, на троечку пока что, надо тестировать, смотреть, но, в принципе, использовать как парфюм, который пойдет, скажем так, на час-полтора вам, да, то есть недолго носить, а именно какой-то короткий период, то эти парфюмчики к вам подойдут, они... достаточно неприторные и вполне себя оправдывают. Ну что ж, давайте посмотрим следующий каталог, что меня привлекло в следующем каталоге. И